350 километров федеральных дорог проходит по Чувашской республике. Загруженная трасса М7 «Волга» выполняет роль транспортной артерии, по которой осуществляется гигантский грузопоток в центральном регионе нашей страны. Сегодня реконструируется более 20 километров этой дороги на территории Чувашии. Это мост через реку Сура, участок автомобильной дороги в Ядринском районе на 564-м километре, мост через реку Большой Цивиль. С подрядчиками подписаны контракты на сумму 15 миллиардов рублей. Полностью забыть о ямах и выбоинах на федеральных дорогах водители смогут к 2018 году, обещают чиновники. К этому времени участок дороги М7 от границы с Нижегородской областью до Чебоксар должен перейти в первую категорию. А это значит, что появятся разделительные полосы с барьерным ограждением, двухуровневые развязки и пешеходные переходы там, где это необходимо. К тому же подобные меры увеличат пропускную способность автодорог. Росавтодором поставлена задача довести уровень содержания федеральных автомобильных дорог до высокого, до 2018 года, то есть 100% практически всех дорог к 2018 году. Уровень содержания под высокий. Это немножко другое отношение к содержанию, более жесткие требования. А строительство автодороги федерального значения в обход Чебоксар с уходом вглубь от населенных пунктов Кугеси, Лапсары, Большие Карачуры и выходом перед Абашево до сих пор находится в стадии проектирования. Предыдущие публичные слушания не дали должных результатов. Сейчас разрабатывается новый маршрут, который разгрузит федеральную трассу от основного потока большегрузов. Так, средняя интенсивность движения около Чебоксар составляет 24 тысячи автомобилей в сутки, а пиковая достигает 45 тысяч. Более 63% республиканских автодорог не соответствуют нормативным требованиям, а из местных в пределах 50%. Для сравнения, в ПФО этот показатель достигает 70%, отметил начальник отдела развития автомобильных дорог. В целом, дорожный фонд сегодня составляет 2 миллиарда 100 миллионов рублей, из которых на строительство, на ремонт и содержание мы 1,180 миллиарда направляем средства, а на строительство из них направляется 909 миллионов, из которых 661 миллион направляется городам Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля, Алатырь, Канаш. На региональную сеть 115. На местную сеть 123 миллиона. И чтобы никого не пугали такие большие цифры, Станислав Чижов пояснил, чтобы привести 1 километр республиканской дороги в соответствии со всеми требованиями и правилами, в среднем уходит от 25 до 30 миллионов рублей. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.